отбомбили полнедели, сделали уже 5 тренировок. Сегодня выходной день, четверг. Выехали немножко погулять, показать город, окрестности. После этого у нас ресторан. Пойдем покушаем на обед. Вот, и вечером будет у нас лекция. Лекция по построению тренировочного процесса. Вот, ознакомительная. Поэтому отдыхать нужно так же, как и тренироваться. Иметь. Where's kangaroo? Where's kangaroo? That's how Australians work around. Yeah. And I actually am transported by my pet kangaroo. Ah, right. In the pouch? Yeah. Up in the pouch. Самое время прокатиться на фуникулёре. Скажу честно, что здесь сам впервые. Поэтому хорошо, что есть кемп, благодаря которому ты можешь показать ребятам свой город. Ребятам читается лекция. Любой спортсмен, который приходит на тренировку, он сталкивается с тем, что ему нужно развивать какую-то силу. So... Сегодня у нас по плану 85% взятия на грудь. Прошли зону акклиматизации, поэтому начинаем их поддавливать. Get up, get up. Yeah!
Всем привет. Закончилось лето, все возвращаются в залы, начинают тренироваться, начинают опять подготовку к соревнованиям. Вот. У нас же все продолжается, у нас каникул нет. Сейчас, сегодня проходит заключительный день кемпа. Вот. Сегодня еще ребята порвут, потолкают, и был со спокойной душой уже, можно будет их отпускать домой. Я себе поставил, что касаемо обо мне, я поставил себе цель начать новую подготовку. И в этой подготовке сделать больше акцент на рывок. Потому что в этом году я поднял 185, на тренировке 192 подхода не поднимал. Поэтому решил себе для начала поставить первую отметку, это 190. Ну а дальше как пойдет. Буду записывать каждую тренировку, рассказывать, какое упражнение для чего делаю, количество подходов, количество подъемов. Вот. То есть все, что будет связано с тренировочным процессом, будет в видео и будет доступно вам для обзора. Поэтому, если что-то будет неясно, задавайте вопросы. А сейчас я перехожу непосредственно к самой тренировке. И сегодня я наметил контрольную тренировку, потому что для того, чтобы начать какое-то дело, а мы начинаем рывок, нужно понимать вообще, от чего мы отталкиваемся. То есть нужна контрольная тренировка, на которой я постараюсь поднять то, что я сейчас могу поднять в рывке, чтобы в дальнейшем можно было уже от этого отталкиваться и считать проценты и нагрузку. Поэтому поехали. Вот мы и начинаем тренировку в рывке. И сейчас будем, ребят, давить. И первое у нас Энтони. Knees out. Full extension, elbows up. Tight.